Водоканалы Одесской области злоупотребляют монопольным положением. Такое заявление сделал региональный антимонопольный комитет. Исследование специалистов показало, что организация устанавливает цены на водоснабжение с существенной разницей. Наименьшая стоимость услуг по выдаче технических условий у Ильичевского водоканала и Белгород-Днестровского – около 100 гривен. Лидерами по стоимости технических условий является «Инфоксводоканал». Он установил стоимость технических условий для населения 1455 гривен, для других потребителей 1940 гривен. Больше за услуги водоснабжения, по информации антимонопольного комитета, берет только водоканал в Коминтерновском районе. В зависимости от времени года сумма варьируется от 2 до 3 тысяч гривен. На данный момент мы открыли ряд дел в отношении водоканалов Одесской области. Такие нарушения также были устранены и в 2014 году, и были открыты дела и наложены штрафные санкции.